Уже в эти выходные, 7 и 8 октября, в Бресте пройдут первые осенние ярмарки, так полюбившиеся горожанам. Ведь именно там можно найти все самое свежее, самое необходимое и по приятным ценам. Сезонные продукты – свекла, морковь, хрустящая капусточка, картошка, мед, клюква и многое другое. И все это можно попробовать и даже поторговаться. Ведь издавна ярмарки считались не только местом, где кто-то хочет продать, а кто-то выгодно купить, но и приятным местом для встреч и отдыха всей семьей. Множество палаток общественного питания, объекты продовольственного и непродовольственного назначения так и манят что-то присмотреть, купить, а потом посидеть, выпить горячий напиток за приятной беседой в выходной день. Всего запланировано 42 ярмарки. Уже в эти выходные 7 и 8 октября ярмарки пройдут на 6 площадках. По улице Гаврилова 16 у торгового центра «Экватор», по проспекту Машерова 17 у рынка, Сибровская 61 у рынка, улица Махновича 6 у торгового центра, Варшавский, Советская 34 у торгового центра, Дедасперсия, улица Янки Купала 3. Сочные яблоки, разнообразные фрукты и овощи, свежайшие грибы и ягоды, бобовые и даже рыба. Все эти дары осени можно будет купить на дополнительно организованной площадке 14 октября по улице Дубровская 15А, а 21 октября по улице Волгоградская 19 и Солнечная 86. Изменения в 2023 году коснулись только площадки у магазина «Корона» на Московской 273. В этом месте ярмарки не будет. Режим работы ярмарки с 8 до 16 часов. На ярмарке представят покупателям широкий ассортимент овощной продукции, зерно, рыба, мед. Также будут работать объекты общественного питания. Можно будет купить мясную продукцию, будут работать продовольственные и непродовольственные объекты. На сегодняшний день подано более 400 заявок от участников. В ярмарках могут принимать участие как сельхозорганизации, сельхозпроизводители, также субъекты торговли при наличии соответствующих документов и граждане, вырастившие продукцию на приусадебных участках при наличии справки. С каждым годом желающих реализовать свою продукцию становится все больше, а значит, возможности выбора не ограничены, и каждый найдет товар на свой вкус и на свой кошелек. Как всегда, на площадках будут работать волонтеры, и если вам нужна будет помощь в доставке неподъемного груза, вам обязательно помогут. Приглашаем всех брещан на сельскохозяйственные ярмарки. Будет действительно очень широкий ассортимент плодовощной продукции. И 7 октября на площадке у торгового центра «Экватор» по улице Гаврилова 16 также будет открытие и праздничный концерт. 21 октября по улице Гаврилова у торгового центра «Экватор» вас порадует расширенная ярмарка. Ну и как же без праздничного концерта? Его, как и самих ярмарок, жители Бреста всегда ждут и с удовольствием посещают. Вот таким ярким и насыщенным будет весь октябрь. Продлятся ярмарки до 30 числа. Виктория Гапутина, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.